Друзья, всем привет! Всем привет! Решили прогуляться по живописным местам окрестности Симферополя. Ребят, это вот такая вот красота. Находится недалеко от нашего участка. Собственно, мы на скале находимся, на самом верху, а это мы спустились. Решили прогуляться утром. Последние деньки, друзья, весны. Очень приятное пение птиц. Предгорная местность идет такая, видите. А вот там, скорее всего, за тучами четвердак. И еще, друзья, мы занимались кровельными работами. Я увидел отражение моря в Николаевке. Сегодня мы кроем крышу. Кровля у нас сегодня. Все у нас прям сегодня. Ребят, все, мы начали стелить крышу на нашей бытовке. Купили специальную такую пленку, чтобы не собиралась влага под крышей. Короче, взяли профнастил. Это обычный заборный профнастил. Но он дешевле был. Нам, в принципе, сюда не надо, прям там черепица, крыша там просто ай, чтобы ну. Так сойдет. Для нас это самый класс. Погода уже. Никак дождь не соберется, не пойдет. С одной стороны тучи темные, ну, с другой стороны небо. Красивое, закат. Там даже вдалеке море виднеется. Погодка пасмурная. Сосны на морском берегу. Так, куда-то мы вышли. Где-то вот, где-то там должна быть наша скала. Да, вот там Ялтинская трасса. Подсказывает мне Алёнушка. Хотели сначала побегать, потом решили просто пройтись. Лень бегать. Походили по шишкам. Да. Он говорит, очень так прикольно по шишкам ходить. Массажик. Массажик. Ломается тогда, хруст. Друзья, в этих местах прятался крымский Робин Гуд. Звали его Алим. Воровал у богатых. Отдавал деньги бедным. Ну, короче, был разбойником. И где-то здесь его пещера. Смотрите, он грот. Здесь где-то его пещера, и говорят, что его пещера Алимова выходит прямо возле Бахчисарая где-то. Ну, короче, фиг знает где. Это все легенды, друзья. Пахнет дымом в воздухе. Это не наша бытовочка, говорит. Здесь более-менее так чистенько. Все-таки там вот понад дорога, вот там прошли мы. Вот да, там. Ужасно. Там понад дорога, конечно, бумажки валяются. Бутылки. Свинячат, свинячат. Ой. Вообще конкретно. Скала раскололась. Это скала, наверное, открытого. А, ну да, возможно, вот он. Его потом со временем дождиком обмывало и так стерло. На самом деле он был большой, вот вон его кругляшочек. Ребят, кто знает, что это за растение? Цветет весной, в конце весны получается уже, ну или даже, да, где-то в середине начинают и до начала лета. Вытянутые стрелки, и на них вот растут вот желтые такие цветочки. Кто знает, пишите в комментарии. Очень интересно. Что ты там нашла? Срезубы. Угу. Да, вот такой череп. Может, коровы. Может, лошади. Что разрушено. Может, это все было незаконно. Запретили продолжать стройку.
Слушай, а там нету той пещеры? Смотри, как идет туда, да? Что хотели строить? Может, гостишку с видом на горы? Местечко себе козырное оттяпать. Начался дождик, надо бежать. А мы вот только подошли к второй скале. Наш массив. Да, это уже наш массив. Наш скала, и мы. Да. Ну, сейчас такое небольшое. Ну, капельки такие крупные. Симферопольское водохранилище отсюда виднеется. Полувысохшее. Сейчас, надеемся, дождиком его заполнит. Уже начинается отдышка. Старость приходит. Аленка у меня молодая, а я уже старик. У меня вон борода уже растет. У меня чинит. Хотя вчера какие, да, тучи были, так и не пошел дождь. Небо аж. Туча обходила, она как-то по кругу ходила. И она по кругу обошла. Летала, 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 а к нам так не прилетела. Не, моросяточка такая. Не сильный дождь. Здесь вот тоже, видите, у людей участки. Потому что он разметили уже, но пока еще не строится. Вид у них, конечно, открывается вообще шикарный. Но единственный минус — здесь ветрено. Мы там внизу, а здесь ветрено. Такие слои именно скальные. Известковой породы. Опять усиливается дождь. Идем дорогой трудной, в колхоз мы изумрудный. Что, ребят, прогулялись мы, а подышали чистейшим воздухом хвойного леса. Будь здоров. Все. Друзья, идем на участок продолжать наше строительство. Нужно доделать бытовку. В общем, утренняя прогулка удалась. Симферополь просыпается. Светит солнышко и моросячка. Капает дождик. Все, всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. А будем еще путешествовать. Сейчас мы тут кое-что доделаем. И обязательно мы еще на море с вами поедем, по крымским городам проездим, покатаемся по крымским городам. Ну, думаю, будет интересно. Обязательно подпишись на канал, не забывай оценивать видосик. Ну все, до встречи в новом видео. Поехали.